Новую школу открыли сегодня на Горском жилмассиве. Она стала первой в регионе, построенной в рамках федеральной программы. Областные и городские власти рассчитывают, что в этом году федеральный бюджет профинансирует строительство еще 2 образовательных объектов. В Новосибирске, чтобы полностью перейти на обучение в одну смену, нужно построить или капитально отремонтировать еще 60 образовательных учреждений. Эта школа обошлась бюджетом всех уровней в 446 миллионов рублей. Уже завтра здесь начнутся занятия. Школа рассчитана на 550 учеников. По словам чиновников, она полностью решает проблему нехватки мест на Горском жилмассиве. До сих пор там работала всего одна средняя школа, где дети учились в 3 смены. Некоторое время мы сейчас уделим организационным вопросам, ну, как-то надо немножко обжиться, посмотреть, познакомить ребят, все-таки привить им ощущение, с одной стороны, как уже было сказано, ответственности, да, а с другой стороны, все-таки, ну, и чувство того, что это теперь их дом, это теперь их место, где им взрослеть, общаться, влюбляться, учиться и все-все-все.